Рассказывай мне сейчас, как на духу. Изменял мне когда, али нет? Да, ну... Чего ну? Ну, бывало. Сколько раз? Ну, когда по молодости налево ходил, ну? Каждый раз в синяк стенку гвозди прибивал. Там, где шапка висит, это Танька. А там, где тулуп, это Верка. А там, где козовейка, опять Танька. Ох, какая бабка была. Даже двух гвоздей для нее не жалко. Ох ты, кобель старый, я тебе... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, тихо-тихо-тихо, давай. Чего? Тебе ты давай рассказывай, чего. Небось, тоже не безгрешно. Ну, было дело. А я каждый раз после этого горошину в мешочек клала. Ну, давай, неси свой мешочек. Посчитаем, сколько у тебя там горошин-то. Опомнился, старый. Ты вторую неделю гороховую кашу трескаешь.